Всем привет! Сегодня стирка на стиральной машине Samsung WFR861. Стираю портьеру, ну, такую как бы штору, так сказать. Я ее стирал уже в том году. Но сейчас пришел черед постирать ее снова. Ну, вообще, перестирать все это. Так, использовать буду капсулу. Да что ж такое упало. Капсулу Ариэль. Я ее засовываю подальше. И кондиционер у меня тут Ленор. Тоже залил. Вот. Включаем стиральную машинку. Стирать, наверное, буду на хлопке. Давайте, наверное, надо, может быть, на 30 градусов. 80 минут, потому что я так долго стирать не хочу. Ну да, пусть, наверное... Не знаю, короче. Ладно, пусть будет 30-40 уже. Так, все. Стартую. И сейчас я включу воду. Сейчас клапан. Он закрутил клапан. Сейчас пойдет вода, думаю. Все, подключил воду. Теперь набирается вода у меня там. Ну, сейчас пока в предварительный отсек, потом уже основной. Вот вода там. Вот так вот. Подключил воду, видите, через шланг. Ну, с дома, короче, со шланга. Ну, и там с дома, соответственно, там вода у меня идет. Ну, в целом набирается хорошо. Такой маленький напор включаю, потому что если я включу на всю, то, знаете, у меня просто этот шланг, ну, выпрыгнет одним словом, вот. Так маленький напор, хотя бы что-то уже. Ну, так потихоньку набирает. Вот теперь я, можно сказать, могу стирать. И на той БУ также в целом, почему бы и нет. То есть она уже сама будет набирать воду. Все, пошел набор с основной, с основного отсека. Вот, убирается, видите, сразу уже вода пошла, ну, капельки появились. Да, напор не очень большой, но так, нормально в целом, для стирки пойдет, я считаю. Но набирает в целом все хорошо. Минут. Все, машинка набрала уже воду. 87 минут. Довольно-таки много пены, то есть как бы, ну, немного, но пена есть, то есть растворилась капсула. Вот. Много места, потому что портьера-то сама небольшая. Вот, ну сначала, знаете, вот на программе хлопок цветные ткани, это то же самое, что и детский хлопок. Там сначала, видите, движения такие не очень долгие, то есть такие короткие движения, она недолго крутит. Потом она уже, когда начинает греть воду, начинается нагрев, и уже начинается стирка, так сказать, она уже долго крутит. Вот. Видите, воды достаточно, вот это вот самое мое любимое, это то, что всегда... Достаточно воды при стирке, и вот это вот их движение, знаете, быстрое, интенсивное именно, то, что она интенсивно все стирает. Вот. Можно за температурой наблюдать. Пока она еще, думаю, не греет. Да, еще пока не греет воду. Мне кажется, ну, скоро включится тайна, но уже начнется нагрев воды. Стирает абсолютно так же, как моя старая Samsung, вот в один, поэтому в целом, так сказать, как я все и хотел, вот. Ну, скоро, может быть, будем делать уже веранду, летнюю кухню, и, соответственно, я ее туда поставлю. Подключим уже вот водопровод, потому что пока через шланг у меня там все набирается. Уже проведем водопровод, уже все как надо. Здесь кот проходит. Вот. Ну и тут был первый, был, может быть, тоже поставлю куда-нибудь рядом с этой машинкой, вот. Вот так вот. Так, машинка уже на самом деле нагрела воду. 80 минут, всего 10, 10,
минут прошло, сейчас посмотрим, сколько градусов. 41 градус, представляете, как она быстро нагревает, благодаря керамическому тену. За это я люблю вот это вот, знаете, старые Samsung, они очень быстро греют. Ну и табу у меня тоже, она довольно-таки быстро нагревает воду, но это все равно быстрее, вот, благодаря керамическому тену. Это очень даже хорошо, вот. Здесь, знаете, барабан объемнее все-таки, вот, чем вот на 4,5, тут побольше будет барабан. Может, все-таки 5,2 килограмма, вот. Ну, соответственно, больше помещается. Вот. Блокировку детей можно даже включить в целом. Видите, вот она работает, но вот... Вот эта вот кнопка, ну, соответственно, если я ее нажму, она все выключится, но... Вот, да, но как бы... Вот в моей... в той БУ, там как бы... Там эта блокировка, она... Все блокирует, да что ж такое-то? Все, выключили. Пена достаточно довольно-таки, то есть хорошо капсула пенится, потому что все-таки как-то, не знаете, интенсивное движение барабана, соответственно, все вспенивается. Вот.